Ремонт общедомовых приборов учета и посторонние предметы на дорогах. Доброе утро. Эти темы обсудим сегодня в рубрике «По вашим письмам». Валентина Степановна отправила вопрос: по улице Героев Хасана, как идти к железнодорожному переезду, к остановке в город, на обочине разлагается собака. Когда проходишь мимо, запах стоит невозможный. Кто вообще должен убирать животных с дороги, которых сбили водители? Валентина Степановна, не только животных, но и любые посторонние предметы с проезжей части должны убирать те, кто отвечает за содержание данной дороги. С вопросом можно обратиться в администрацию своего района. Здесь надо понимать, что прежде всего за содержание дороги у нас отвечает ее собственник. То есть это либо муниципальное образование, либо какое-то другое образование, которое является собственником дороги. У собственника в любом случае есть подрядчик, который обслуживает эту дорогу, содержит ее в нормативном состоянии. В настоящий момент удаление данных предметов находится в их предмете ведения непосредственно. Сотрудники ГИБДД, выезжая на маршрут патрулирования по заранее определенным схемам, естественно, прежде всего проводят обследование дороги. Если они выявляют какие-то либо предметы, в том числе животных, и либо другие моменты, которые могут влиять на безопасность движения, они сообщают дежурную часть своего подразделения. И дальше информация уже уходит на подрядчиков для принятия мер реагирования по какому-то либо сообщению, вопросу. Еще одна тема на сегодня от Ольги Хусаиновой вопрос. В доме установлены общедомовые приборы учета на отопление и на воду. Если приборы учета выйдут из строя, кто и за чей счет должен проводить ремонт? Ольга, не только установка, но и содержание приборов учета входит в обязанности собственников жилья, ведь это ваше общее имущество дома. Если эти работы внесли вы в перечень работы услуг договора управления, то вы сами их оплачиваете, но опять же за счет квитанций, которые вам выставляются ежемесячно. Если в вашем перечне работы услуг этих работ нет, а мы знаем, что их нет и в минимальном перечне, установленном правительством Российской Федерации, то вы будете оплачивать их дополнительно. Собственники, именно собственники. Задать вопрос в рубрику можно по телефону 2-633-300. Письмо адресуете абоненту «Утро» или по электронной почте utrosobakarifey.ru. На сегодня все. Удачного дня! We'll be right back.